Всем привет, ребята! Часто встречаю такой вопрос в комментариях. Как увеличить количество подтягиваний быстро, там, за 1-2 недели? Хотя бы на 3-5 повторений. Может, там соревнования у вас на носу, и вы хотите как можно больше подтянуться. Есть определенный способ, так скажем, советский. О нем мне рассказал мой дед, он занимался спортивной гимнастикой. И вот, собственно, я в школе, когда еще учился, это было давно, попробовал его перед соревнованием, также были просто там, а ну-ка, парни в школе, кто больше подтянется. Ну вот, и у меня получилось поднять на 5 повторений за 1 неделю. Метод довольно простой. Вам нужно просто определить, сколько вы можете на максимум подтянуться. Например, я могу только 18 раз. Отмеряем поменьше. Делаем, например, 14 раз. И так в течение всего дня, через каждые 2 часа. То есть смотрите, я могу, например, на максимум только 18 раз. Отмеряю поменьше, делаю 12 повторений, например, сегодня в 10 часов. В 12 часов я делаю уже 13. И так, через каждые 2 часа я добавляю по 1 повторению. И в течение всего дня так нужно делать. И так каждый день, вплоть до соревновательного дня. То есть перед соревнованием один день нужно оставить отдыха, чтобы гликоген у нас в мышцах по максимуму восстановился. Что будет, если я продолжу так заниматься очень продолжительное время? То есть у вас будет прогресс определенный, там 5 повторений, может побольше, но позже все равно он будет ступор. Потому что эта методика работает таким вот хитрым принципом адаптации по энергообеспечению. Кто угадает три основных фактора, из-за чего от такой программы тренировок повышается количество повторений, того я добавлю в список донаторов просто так. Также, если вы хотите поддержать мой канал, можете в описании прочитать, как это сделать и какие плюшки вам за это будут. Спасибо всем, кто уже сделал это. Пишите в комментариях, какие вы знаете способы по быстрому увеличению количества подтягиваний. Также в ближайшие дни я сниму программу тренировок на выносливость на этих турничках, которая основана на моем предыдущем выпуске, теоретическом, крупном про выносливость. Если вы еще не смотрели, то ссылка в описании, обязательно посмотрите. Всем удачи и до скорого!